И в Дортмунде дебютантов, футболистов из Владикавказа, экзаменовал один из грандов европейского футбола, германская Боруссия. Шапкозакидательское настроение хозяев и их поклонников, похоже, сыграло отрицательную роль. Шапиуиза, Ройтер, Ридли и сотоварищи надеялись легко расправиться с незнакомыми горцами. Но время стремительно бежало, а ворота гостей были на замке. Прекрасно сыграл вратарь «Спартака» Заур Хапов. Его уверенные, четкие и самоотверженные действия не могли не повлиять на игру остальных футболистов. К сожалению, не все получалось в атаке, хотя моменты были. Спартаковцы из Владикавказа заслужили высокую оценку и, на мой взгляд, могут в ответной встрече преподнести сюрприз.